Раз, 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 раз. Только усатый, ты чё? А усатый? Ты чё, усатый? Просто котик решил со мной постримить. Да, котик? Да, кисонька? Ты решил или ты не решил? Ну тогда ты думай быстрее. О. Всем привет. Здорово. Здорово. Симба, ты чё? Котик. Ладно, всем привет. Свобода Гейминг в эфире. И мы продолжаем проходить Чип и Дейл. Как и обещал, с того же места, на котором мы остановились. Тут просто пушистый стример пришел. Но ничего. Будем надеяться, что он ничего не свернет. Да, котик? Ты бы это видела, короче. Ладно, всем привет. Слобода Гейминг в эфире. И мы продолжаем проходить Чип и Дейл. Как и обещал, с того же места, на котором мы непосредственно остановились. Этот дискач когда-нибудь закончится сельский. Все, хватит. Значит, здесь кошара. Почему-то розовый. Почему-то кошара. Хочу, чтобы мы с ним поговорили. Да блять! Ты в себе? Я ставил уровень сложности, если чё, начинающий. Типа сопляк зеленый. Блять. Здорово. Знаешь, дружище, ты вообще уже конкретно надоел. Опа! Бубнового туда тебе. В рукава. Так сказать, тебе нарыло из-за воротник. Я, знаете ли, тот еще игрок. Короче, узнал, что там про Акапулько. Ну, та история. Типа я рассказывал про какую-то тетеньку, которая плакала на камеру и рассказывала про Капульку. Вот так вот мне жена рассказала, что там за история. Короче, там такая тема, что она говорила, по-моему, про своего мужа. Значит, они приехали в какие-то там Сочи, не Сочи, там в Адлер, короче, на юга поехали. Вот, и этот черт, прикиньте себе, короче, в первый же там вечер буквально нажрался, как свинья, какая-то как свинота. И пошел, значит, зажигать с какой-то там аниматоршей, типа того, какой-то там, с какой-то женщиной. Какая-то женщина присутствовала там, имела дело. Значит, естественно, ее это расстроило. Ну, в смысле, хозяйку видео. Ну, эту. Которая плакала. Она, короче, расстроилась и давай блок вести. Плачет, короче, не может рассказывать про всю эту хуйню. А там у нее, значит, на заднем фоне еще девочка сидит. Короче, блядь. Смотрит такая вообще. Ну, то есть непонятно, то ли с осуждением.
Ну, типа там, что ты несешь, мать, все вот это. То ли она прям сочувствует, там, сопереживает, короче, непонятно. Так это еще ничего, они же этого мужика там еще и показывают. Мужик какой-то, блин, лежит, спит, и она такая, начинает там 10 минут какую-то хуйню затирает. Может, даже 20, ну, долго, кажется, долго затирает, а потом такая говорит, так, и вы посмотрите, говорит, на него. И показывает мужика, блядь. Короче, какая мораль-то? Я бы не хотел бы вот так вот, конечно, никогда в жизни, блядь. Прикинь, сходил ты, значит, попил пиво с корешами. Лежишь такой, спишь в трусах. Тебя просто показывают. Славят на весь интернет. Говорят, что ты мразота такая. В общем, не знаю, не позавидуешь. Одним словом, мужик, конечно, встрял конкретно. Вот прям как мы с этим кошаком сраным встряли, что вообще пиздец. Он что-то вот... вообще умирать не хочет. Блять, я не знаю, сколько еще надо его гасить. Он вообще какой-то бессмертный, блять. Блять, у него какие-то скрипты еще, ладно бы, непонятные. Он типа то вверх, то вниз. Ну какой-то реальный Акапулько, блять. Что за Акапулько? Почему название такое Акапулько? Это ж, по-моему, какой-то там то ли штат, то ли там какой-то город. То есть, казалось бы, что Акапулько делать в Сочи? Вообще не ясно. Тебе кажется, что это бред? Вообще, это вот, вообще не бред, это история из жизни. И, между прочим, настоящие истории, они же... Вот так вот. Настоящие истории, они же как? Они цепляют людей. Подбирают пароли. Вот эти ключики к сердечкам. Замочки, скважины, все вот эти. Зона у нас чиста очередная, пойдем дальше. Короче, я тут занимался выбиванием... этих штук. Ну, типа, сейчас не получилось выбить, но вообще получалось, типа... Значит, у нас гайка говорит, что мы нашли какой-то ключ, и спрашивает, типа, куда мы пойдем дальше. Тут, типа, часовня, либо мир будущего. Часовня. Мне кажется, это хуевая локализация, потому что часовня — это немножко про другое. Мне кажется, часовня, типа, там эти священники, попы вот эти все. А там же явно какая-то там... там часовая башня какая-то была, по-моему. Ну, типа... бля, ну погнали в часовню, чё? Ты уверен, спрашиваешь? Конечно, уверен. Я всегда уверен. Быстрее, ребята, в часовню. Все в хором. Хе-хе, тут еще пизжи мелодия. О! Крот, мистер. Мистер Крот. Такой был в мультике, по-моему. Кто-нибудь еще смотрел мультик по этой херне? Я смотрю, у меня прям кассета есть. А это что законченный? Он, смотри, короче, током бьется, типа, да? Хуяк, пошел, уже не бьется. Это мы его из розетки-то выд... А, ты что, серьезно, что ли? Так, ладно. Бля, я знаю, что надо сделать. Надо сохраниться. Потому что, ну его нахуй. Я думаю, что если не сохраниться, то можно потом попасть в Акапулько полное. Вот скажешь, ты что ты прицепился к этому чуваку, да, вот Акапулько и Акапулько, типа, ну, это же, ну, пиздец. Там, я, кстати, не знаю, типа, мне даже интересно, сейчас, я прям вот при вас буду смотреть. Значит, называется, сейчас скажу, как оно... Не, нихуя, я не буду говорить, как она называется. Это что, ведь я тут никого не рекламирую. Я никого, это известный факт, у меня жена подсказывает. Короче, смотри, значит, у нее 670, чего, 647 тысяч подписчиков, ты понимаешь? 647 тысяч, у нее на, вот, крайнем видео, держи, это какое, это не крайнее видео. Видео... короче, там, типа,
Вернулся из Москвы голодная, говорит. 101 тысяча просмотров. Не, ну вы шарите? 101 тысяча просмотров, она вернулась из Москвы голодная. Блять, я когда домой с работы возвращаюсь голодный, я почему-то не собираю 100 тысяч просмотров. Хотя, конечно, идея неплохая. Может, оно и ничего. Может быть, и стоит заниматься этим. А вы как считаете, стоит этим заниматься или нет? Если стоит, то плюс этот, плюс в чат, плюс в комменты. Я буду этот, проверять все обязательно сегодня. Я вот завтра с работы вернусь голодный и... Первым делом я буду смотреть, кто мне написал насчет концепции новой нашего канала, моего канала. Да ладно, канал мой, а я ваш, поэтому, короче, канал общественный. Вон там этот дебил. Короче, я что-то уже пожалел, что выбрал этот уровень. И не зря абсолютно сохранился, потому что... Пиздец. Ух ты, блядь, ты прикинь, короче, он уже отъехал и все равно меня причинил какой-то урон нанес. Это, блядь, ненормально, я считаю. Это надо писать разработчикам срочно, чтобы они починили эту игру. На, блядь. А, это типа он неуязвимый, да, блядь? Сука, иди нахуй. Все это там? Да, блядь, это в жопу, блядь, дебил, что ли? А, типа ты не закончишь нихуя, да, пока... Пошел нахуй. Спасибо. Так вот, о чем еще можно поговорить? Я даже не... Тут все уже сказано, по-моему. Не, я еще другой канал видел. Я даже не знаю, как тут... Тут уже без рекламы-то не обойтись нихуя. Ну ладно. Короче... Контент, мягко говоря, странный. Вот мы здесь чем с вами занимаемся? По факту, очень хорошим делом. Проходим, значит, любимые, всем, значит, полюбившиеся, с детства, игрушечки. Восполняем эти какие-то там положительные эмоции, получаем, значит, все эти эндорфины, все эти гормоны, радуемся. Ностальгические ностальгии там проходят. А там люди распаковывают кока-колу. Ну, типа, вот на полном серьезе, прикинь, она приходит, говорит, короче, значит, у меня вот кока-кола. Купил, значит, я бутылочку. И, значит, корм кошачий. Да, корм-то непростой. А какой там, не знаю, с... Какой хуйней копченый. И все, и сразу там миллионы просто... Ай, иди ты в жопу. Я вот сейчас спрыгну, короче, не допрыгну, и, блядь, заново все. О, нормально. А значит, хуйня там копченая и золоченая. Это я такой, да, я столько слов знаю. Да иди в жопу! Так, у нас одно сердечко, это опасно. Я бы даже сохранился. Нет, честно говоря, это просто сейчас вы подсматриваете. Я бы, если бы не... Чего, блядь, уже, что ли? О, да иди в жопу, это ж вообще какая-то... Это ж... Я помню эту хуету, она прям бесячая. Пошла нахуй. А, понял. А, так она еще и на полке запрыгивает. Не, не, ну с другой стороны, она не такая жесткая, как тот кошак. Сейчас у нее, короче, бешенство. Бешенство мармеладки, и вот она будет гонять. Ага. Ну. Блять. Да в смысле? Алло! Да кому? Ну что я могу сказать? Будем мы на последней шишке гонять. Надо было сохраняться. Бля. Что-то, короче, не знаю. Как показывает статистика, вам эта игрушка очень зашла. Не, я не могу ничего сказать. Она мне тоже заходила все детство очень сильно. Ну как бы это сказать-то?
У меня какая-то неделя хардкора, если честно. Значит, что не прохождение, то какой-нибудь под. Хочется же... Да иди ты в жопу. Хочется же, ну, просто как-то, вот, знаете... Чуть-чуть, спокойненько, так, тихонечко. А получается вот как-то вот так. Таков путь, получается. С другой стороны, всегда можно пойти кока-колу распаковывать. Блять! Чувак, ты тоже хочешь кока-колу распаковать? Да иди нахуй! Это же вообще ни в какие ворота не лезет. Ни в какие ворота не лезет. Пошел в жопу. Мы так и не разобрались, как эти ящики ускоренно кидать. Вот так вот зашвыривать. Типа это какой-то комбо, а-ля там кинь 10 ящиков, 11 полетит вот так вот. Пошел нахуй. Та-ра-та-та-ра-та-ра-ти-ти-ра-та-ра-та-та-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та. Опа! Я понял, эта игра учит смирению. С другой стороны, грех жаловаться. Я вот представляю себе, если бы я записывал летсплей во времена, когда я играл в это у бабушки. Там ведь не было никаких сохранений. С другой стороны, там и летсплеев не было. Что-то вот не припомню я, значит, себе. Никаких веселых прохождений игр. Там были другие забавы. Вот это вот... Эту там... Ваньку, встаньку. На велосипеде, все вот это. Эх, времена были, да. Хотя на самом деле нихера. Типа, времена временами. Это как бы звучит сейчас вот так вот несколько. Да иди ты в жопу, блядь. Да ну просто. Может просто вырубим эту хуйню и поговорим? Серьезно. Не, я люблю поболтать. Ладно. Надо не болтовню болтовнять, а ящики раскидывать. Блять, немного мимо. Да пошел ты, блядь, в жопу. Ладно, все. Спокойно. Все, собрался. Смотри. Да иди ты в жопу. А, и короче, если... Да блять, собака. Да иди ты нахуй. Все. Вот сейчас серьезно все играем. Серьезный техноканал. Значит, здравствуйте, господа. Господа хорошие. Уважаемые, значит, проходим игру, серьезно. На серьезных щах. Все, щи серьезные. Результаты курьезные. Ну а нахуй. Та-ра-та-та-та-та. Так, все, спокойно. Это зомбирующая музыка. У меня жена послушала, говорит, блядь, слушай, все хорошо, но тебя я вот туда я не могу это смотреть, блядь. Говорит, мне вот говорит, нравится, что там вот это разговариваешь, что-то я смотрю. Она просто как бы у меня игры не особо любит, а меня любит. Вот, поэтому она смотрит все это дело. А вот насчет... Ну-ка. Спокойно, блядь. Да я псих, я сейчас тебя уебу. На.
она вот смотрит всякие там разные игрушки, типа, а вот это она, ну, прям это, прям вообще ни в какую. Она говорит, слушай, там такая зомбирующая музыка, что просто нереально. У меня, говорит, это сверло в мозг въедается просто, и все. Я говорю, так это, представляешь, а как, а я как? А как же я? Я просто... Блять! Иди нахуй! Серьезно! Причем, здесь всего две попытки, по-моему, дается у меня же, да? А как я себе до такой жизни докатил? Объясните, пожалуйста. Как? И почему? Там было нормально все. Вот я когда проходил этого кота дебильного, вот когда вот, ну вот когда я, ну то, что обещал там на фоне, что типа, значит, за кадром пройду и мы продолжим, типа, у меня все было прекрасно. Я там выбил даже себе пару лишних жизней. Вот, а здесь я, получается, все просрал. Надо было сохранять, а я не сохранял. Вот надо было сохранять, изначально говорил же. Сейчас вот приходится тут, значит, заниматься этой порнографией. Порнография вообще-то запрещенная. Действо, поэтому осуждаю исключительно. Нет, у нас контент всякий разный, конечно. У нас 16+, если что, написано. Но никакой порнографии здесь нет, 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 никакой, абсолютно. Только прохождение игр. Жесткая, бескомпромиссная. А, как нос чешется, да господи, боже мой. О. Правильно, пятница же. С другой стороны. А уже все. Уже времени-то сколько? Времени-то уже все. Это жестко. Это жесткач. Мясо. Вот как, блядь, в тебя попасть-то, братишка? Значит, смотри. На, блядь, один прогиб, и ты погиб. Это хорошо. Орешки нам сейчас вообще нужны очень сильно. Честно говоря, я еще думаю, было бы неплохо в хорроры поиграть. Не знаю, есть такое ощущение, что... Я, блядь, на самом деле до усрачки боюсь этой херни. Но чего не сделаешь ради искусства? Так, стоять. Вот сейчас мы вот что сделаем. Мы сейчас вот что сделаем, потому что иначе это просто непроходимая будет игра. Все, погнали. Так, ну давай, педальная, иди сюда. Я, мы сейчас тебе, знаешь, куда эту хуйню засунем? На. Да. Так, сейчас бешенство. Да ты ненормальная, что ли? Да ты курица! Да блять! Это вот такие тупые ошибки новичка сейчас совершать. Главное, короче, эй, старушка, все, давай, ты все, ты отбегалась свое, все уже. А где она сейчас? Оттуда будет прыгать, да? Сколько там тебя еще бить-то? Еще разок. О-хо-хо-хо. Ну, потненько, потненько. Сейчас, получается, у нас что будет? Сейчас, короче, в какой-то там этот мир, какой-то город будущего, значит, сейчас пойдем. А потом, что? А потом будем, короче, вот этого кошака расчехлять. Этого, который там самый... Ну, блядь, одна тоже, конечно, хотя... А чем он машет, блядь? Что это такое у него? Сыр! Это ж он, короче, у него усы закручивались в трубочку, он такой сыр орал. Значит, это значит, что нам надо отправляться куда-то в мир будущего. Да, да, понятно, ты гений просто, братан.
так. Это очень технологичный мир будущего. Смотри, он очень, очень будущего. Значит, мы в мире будущего. Блядь, да иди в жопу. Так, стоять. Я сохранюсь, потому что... А, подожди. О! Мы же сохранились. А, мы в начале сохранились. Не-не-не, вот давай сейчас. От начала до начала, чтоб... Ну, серьезно, потому что надо потом время тратить, типа, это нереально. У меня так никакого запала не хватит игру проходить. Ох, спасибо. Это я отвечаю вам уже заранее в комментариях. Вот, блядь. Нихуя себе. Это я отвечаю вам в комментариях, которые говорят мне, что пора. Короче, что будь здоров. Вы говорите, будь здоров, я говорю, спасибо. Ну, понятно, да? Это ж как бы схема-то отработанная. А правильно, потому что, так говорят воспитанные люди. В цивилизованном воспитанном обществе, когда человек делает чихание, другие человеки говорят ему, что? Будь здоров. Поскольку мы с вами находимся по разные стороны экрана, то... Блять. Я не могу больше, блять. Спокойно. Я даю этой игре последний шанс. Короче, когда мы, значит, находимся по разные стороны экрана, то происходит что? Происходит... коннект. Ого! У нас уже, смотри, короче, я даже не заметил сразу, типа, видишь, большое сердце одно внизу стало. Да, прям как у нас с моим дорогим зрителем. Одно большое сердце. Ты что здесь делаешь, крот, блядь? Ты же был в прошлой, этой, в прошлой локации. Вот уж получается, когда разрабам плохо платят. Типа, смотри, не локацию поменяли, короче, а этих чебиков решили не менять. Ну а правильно, типа, что заебываться? В это же играют только дети. Они так думали. Как бы. А нас вот. Детей 90-х, они как вообще. Во что? О, смотри-ка, новый был. Ты кто, дядя? Они, короче, умнее становятся, понимаете? Ну, тут уже под конец игры, они ж такие, типа, все уже. Сейчас. И серьезно, я боюсь теперь прыгать, потому что вот... Один неверный прыжок, и все сразу. Хана, шандец. Смотри, это хуй так будет открываться, да? Ай, 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 да пошли нахуй. Все равно. Я все равно молодец, я считаю. Красавчик, справился достойно. Эй, я не хотел все ящики-то выкидывать. Псина на колесиках, блять, что такое? Это я понимаю, гейм-дизайн. Так, вот эта хуйня по-любому нужна, пригодится должна, да? Ага. Сейчас, погоди. Да, блять. Сейчас. Да иди ты нахуй, смотри. Хуяк! Ага, хуяк, хуяк! Да блядь, нет, там же какая-то, скажи. Надо его задоджить. На моего пса похоже очень. Только без колесиков. Ну мой пес без колесиков. Ну тоже такой бульдожий. Бульдожий сын. Хуяк. Блять, внимание! Внимание, это первый, короче, первый нерозовый, по-моему, босс. На, блять.
На, сука, получай. Какой-то рептилоид, блядь. Кто понял, тот понял. На! Злобанные рептилоиды! Пташ! Ты чё, да чё стесняешься? Иди сюда! На, блядь! Тихо-тихо, глаз чешется, нос, ухо. Давай, иди сюда! Пошёл! Какой, что-то ты, слушай, какой-то слабенький. А, да, забыл объяснить, типа, короче, суть в том, что нужно попадать вот между этой цепочкой и не попадаться под трактор, потому что, типа, если кидать вот так вот с передочка, типа, то из-за цепи никто не попадет в него. Все, отъехал. Откуда я это узнал, да, это... Какая-то там, это что-то подкорка сработала какая-то. Нейро, значит, программирование. Стимулирование. Кора головного мозга. Я сказал все умные слова, которые вспомнил. Опа! Та-та-та-та-та-та-та-та. Короче, смотри. Толстоп здесь внутри. Давайте воспользуемся ключами. Точняк! Я понял, этот рыхлый держал, короче, это карточки, это ключи, типа. Ну все, готово, теперь откроем дверь. Та-та-та-та-та. Смотри сейчас, короче, и все, и пойдем. Вот мы и добрались до тебя, толстопуст, спасатели здесь. Хе-хе-хе-хе, вызовите кто-нибудь 03. Эй, он сбежал, куда он пошел? Куда он пошел? Хе-хе-хе-хе. А эти коты любят сбегать, кстати говоря. У нас кот сбегает уже. Третий день. На серьезных щах. Типа дверь открываешь, и он побежал. Просто только его эти... Бачка раздуваются в сторонке. А вот на этом, пожалуй, мы сегодня закончим. Я думаю, что в следующем видосе мы уже пройдем эту игру. Там не знаю, сколько там получится. Блять, с моими успехами, может быть, и долго получится, на самом деле. Но неважно, сколько получится, сколько получится. Ссылки на плейлист будут в описании. Тебе спасибо за просмотр. Обязательно лайк, подписка и комментарий. Все, до встречи в следующем видео. Всех приобнял. Пока.